Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW F10. Ремонт переда. Итак, машина приехала со снятыми деталями. Основное повреждение на левой стороне. Установил машину на стапель. И сначала вытягиваю. Теперь я удалю этот кусок. Итак, удалил. Этот кусок я заменю. Теперь колдую над лонжероном. Лонжерон тянется туго, а мне еще нужно дотянуть 2 сантиметра. Сниму подрамник и измерю его. Снял подрамник, измерил. Да, подрамник кривой. Владелец привез хороший подрамник. Лонжерон я буду делать по размерам подрамника. Теперь все чудненько. Подрамник на месте. Теперь подшаманю внутреннюю часть лонжерона. Для этого мне нужно вырезать кусок.
Итак, лонжерон сделан. Теперь я варю этот кусок. Работа с металлом закончена. Обрабатываю антикором и устанавливаю детальки переда. Thank you.
Моя работа закончена. На эту работу ушло 27 часов. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!